«Динамо Дмитров» — это более 700 спортсменов, занимающихся в отделениях художественной гимнастики, дзюдо, самбо, пулевой стрельбы и тенниса на колясках. В сентябре у ребят стартовал не только учебный год, но и соревновательный. Поздравить спортсменов с этим событием приехал глава округа Илья Поначевный. Мы сделаем все, чтобы «Динамо Дмитров» звучало вместе с вашим суперпрофессиональным и зажженным в правильную сторону директором, нашим депутатом Совета депутатов Дмитровского городского округа. Пожелаю вам удачи, удачи обязательно в спорте и обязательно тоже надо тренироваться в учебе, в знаниях, потому что только сплав вот этих двух вещей, он позволяет стать настоящим человеком, настоящим гражданином. Сейчас спортсмены ведут активную подготовку к соревнованиям. Впереди отбор на область, Центральный федеральный округ и Россию. Вы заметили, наверное, гимнасток никого не было. Они сейчас все на соревнованиях. Там в Саранске, в Пензе проходят там отборы тоже у них на первенство России. Людмила Бубнова и Виктория Львова – не просто спортсменки «Динамо Дмитров». В прошлом году девушки защищали честь нашей страны на Паралимпиаде в Токио. Сейчас они вновь вернулись с турнира. Приехали сейчас с Таиланда, вот соревнования, они как раз и ездили, да? И выиграли там турнир. В рамках встречи глава пообщался со спортсменами отделения, а также обсудил дальнейшее развитие этого адаптивного вида спорта. А затем вручил благодарственные письма спортсменам. Львова Виктория, абсолютная чемпионка России и в парном, и в личном зачете. Поздравляю. Награждается Бубнова Людмила, чемпионка России в парном разряде и серебряный призер в личном зачете. Также спортсмены отделения были отмечены благодарственными письмами Управления физической культуры и спорта. Благодарностью от губернатора была отмечена Ольга Мурина, тренер «Динамо Дмитров» и по совместительству старший тренер национальной сборной по теннису на колясках.